Всем привет, сегодня снова с вами Базон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Darksiders. Мы убили уже Тиамант, у нас тут появились змеиные норы, и можешь еще поговорить с Вульгримом. Вульгрим достал для тебя кое-что новенькое. У нас тут... больше душ стало. Так, посмотрим, что там способности. Моя мудрость равна твоей силе. И дуга пока нету. Так, чего у нас еще? 2200 осталось. Это полезное будет. Достал для тебя кое-что новенькое. Выбор. Ты проделал весь путь, чтобы зря тратить мое время. Так, теперь змеи. Перекресток. Где у нас тут был? Перекресток, сумрачный собор. А мы сейчас находимся. Наверное, сюда. Чё-то я не понял. Кажется, немного не туда залезли. А, это окно проходится. Чек. Даже не успел дойти. Надеюсь, она мучилась. Боюсь, недостаточно. Прекрасно. Второй сторож — плакальщица. Она обитает в норах глубоко под землей. Но сначала... нужно убрать одну помеху на пути к ней. Одного из древних. Ультейна. Об этом ты не предупреждал. Меняешь уговор, Самаэль, так скоро? Молчи, тварь! У меня дело только к всаднику. Ультейн не из числа союзников Разрушителя. Но нельзя добраться до плакальщицы, не сразившись с черным молотом. А для этого... потребуется сила, которой у тебя нет. Пока нет. Ты вообще понимаешь, что творишь, Самаэль? Скажи ему, наблюдатель, скажи, как ты душишь силу всадника, чтобы удержать его на поводке совета. Война. Убей этого паразита. Только шагни в мою сторону, и совет покончит с тобой. С вами обоими. Я под защитой. Только не здесь. Ты война. Всадник на огненном коне. А не марионетка для этого жалкого создания. Война. Я заставлю тебя страдать. Почувствуй свой гнев. Ярость бушует внутри тебя, рвется наружу. Ты должен высвободить ее, иначе останешься марионеткой. Ты рожден заново. Что это было? Всадник сломлен, но у него еще достаточно сил. На мгновение я видел того, кто в одиночку сможет выйти против всей армии Разрушителя.
Хаотическая форма. Сможете ли мне пройти по ней хаотическую форму, чтобы... Чё, слинял? Говнюк. Так, что у нас тут есть? Это было какую-то хрень поймал, кинул и взорвал все чертям собачьим. Фрагмент брони из бездны, полный набор 10 штук. Интересно. Вот он слишком стал мощный. Так, пойду как Ульгрим сгоняем. Там какой-то сундучок был на первой локации. О, вылезли. Даже успеваешь добить. Взорвался даже. Пришел. Так, что там у нас? Ладно, зайдем туда. Что это за часть этой карты?
Ладно, потом сюда зайду. Так. Хорошо, Ульгрим. Так, мне нужно самую первую локацию. И где она здесь? Давай все сгоняем. Я не помню просто, где точно находится. Местная система телепортации, блин. Хорошо, здесь врагов нет. Кажется, мы попали туда, куда надо. Или нет? Походу не туда немного. Сумрачный собор, здесь мы были. Перекресток. Плюс, походу, тот туннель идти. Я даже сундучок из не заметил. Здесь, кажется, сундук был. Ну ладно, так, где у нас проход-то, не откроем. Получается, в тот все-таки проход идти.
хоть у него уже сила. Два уровня и третий растет. Что у нас тут собрано? Принеси троп. Способность летать. Демонический облик. Лет нажмите лет. Так, и куда же мне, и как же мне? А, то есть вот так вот. Привет, ребята. Пока, ребята. Привет. Играем в бейсбол. Да. О, травка зеленее, солнышко блестит. Яички трещут. Что-то какой-то он не сильный. Те сильнее. Души, души, души. Где же ваши души? Лязг такой стоит тут. Тут наоборот какой-то все цветущий, прям рай, а не... Чё-то вот это уже не в тему было. Намазал. Вот эти черепки, конечно, были интересные в тему.
Ясно. Так. Что у нас тут? Опачки. Рыбки какие демонические. Ой. Вы хорошо залезли. Блин, вот меня занесло-то. Еще один нашел. Интересно, что вот здесь вот за хрень такая. Такой рокот. Поплаваем, посмотрим, что у нас еще здесь есть. Что у нас здесь? А здесь у нас ничего. Так, я там где-то не заплывал, надо будет сплавать.
Все, что ли? А, сундук какой-то нашел интересный. Еще один фрагмент брони из бездны. Уже получается второй. Больше тут ничего нету никаких. О, еще сундучок заныкали. Вот эти опять порталы здесь стоят. Опять стопудово придется, чтобы открыть что-нибудь и разнести этих стражей. Так, стоп, здесь я был. Надо. Так, посмотрим, что у нас еще есть. Я думаю, возле демонов остается выжженная земля. А тут вместо выжженной земли затопленные участки города. Цветающая зелень. О, еще. Куда ты не уползешь? А, вот. Какую тут штучку нашел. Оказывается. Еще одна. А, и плюс еще сразу же восполняет здоровье. Блин, упал, ну ладно. Так, там сундук забрал. Все плюшки забрали вроде. Так, теперь сплаваем, посмотрим, что здесь есть. Что у нас там? Так, стопэ. Здесь и все, что ли? Я думал, хоть что-то побольше здесь будет. Так, come here. Yeah!
Чё, здесь что ли всё? Да. Чё, один что ли? И все. Еще один. Чего по одному все? О, друга что забыл, отстал. Да. Так, здесь что-нибудь еще осталось? О, Ульгрим. Приветствую. Ты на ту хрень, блин, ну-ка, нет? Еще увидимся. Фиг туда подлезешь, и куда залезешь. Тут он сколько всего интересного и вкусного. Да. Ладно, так, нам нужен Борн. Так, у нас двойка. Ай, стоп. О, привет, ребята. Ну, один улетел. Где-то там рыбок уже кормит. Ворона, извини, ничего личного. Ты тоже извини. О, наверху демон ходит. Ходит, бродит. Кэла бродит. Как обычно скажет, меня магия держит, иди найди, завали всех. Прости меня, друг. Я бы пропустил тебя, будь это в моей власти. Сделай для меня то, что сделал для моих братьев, и я не встану у тебя на пути. Должен быть другой путь. Заклятие надо снять. Тогда ты сможешь пройти. На
Найди, где прячутся эти существа из тени, и убей их. Не так уж сложно их найти. Я ж тебе по морде дал. Вот блин. Один там. Один там наверху. Вопрос, как туда попасть? Значит, по этой дороге, наверное, дорога есть. А, мы же сюда еще не зашли. Ну ладно, зайдем сейчас. Где мы здесь были? А, мы были. Ну ладно, фиг с ним. Что у нас за испытания в этот раз? Те же самые или какие-то другие? Завалить вместо 50 сотню демонов для кого? Бла-бла-бла-бла. Что нужно? Опять противников так завалить? Что, товарищ, давай, подходи. Ком хер на майнер шишка. Все. Иди-ка сюда. Глазик мой ненаглядный, я в тебя плюнул. Я знал, что в тебе есть нечто этакое. Хорошо, здесь можно здоровье восполнить на халяву. Типа уже в середине игры практически процесс обучения идет. Так. Да у нас теперь туда надо. Так, а что у нас здесь? Страшно. Заполнить шкалу хазар. Ух ты, ёшки-матрёшки, тут мне нравится режим «убей всё, что движется». Гасить, ещё раз гасить. Интересно, какой режим добивания у него будет? Походу, добивание больше всего даёт этих энергии. Что-то с капсом написали, конечно, хаотическая форма. Хотя там достаточно просто В нажимать. Ребят, что-то вас так мало.
получите. Свежая нарезка. Даже добивать не получается. Вот тут, ну вот быстро. Малыши, идите ко мне. Ну, кто тут теперь у нас папочка? Привет! А вот и папочка. Сейчас я буду наказывать вашу мамочку. Иди сюда. Сейчас никакое добивание в уровне демона, так и не попробовал. Всех отшлепал по попке. Остался только ты. Я буду знать, что демона легко набить. Да и морд набить им тоже легко. Так, туда и туда. Значит, погнали. Блин, медленно ходить приходится. Так, куда наешка пошли? Блин, вспомнил, на кого похож этот демон. На демон из Властелина колец, который Гэндальфа забрал с собой в пропасть. Такая же хрень пылающая, с крылышками и с мечом. Так, один здесь. Так, а второй где получается? Где-то наверху, что ли? Угу. Ладно. Потом сходим туда. Горец, блин. Что на этот раз скажут? Сюрикену кого-нибудь порезать. Защитник. Сделайте так, чтобы слева хотя бы один солдат нежити. Слева, что надо получить награду в виде души. Что нам нужно сделать?
То есть я могу спокойно что-то не убивать, он зашибись. С одним будет тоже легче. Сколько сейчас душ можно нарубить здесь? Подкачать свой меч, хорошо. Ух ты, ё, вот это уже геморрой сам, товарищи. Я думал, только вот эти мелочи будет. Это лучше со мной пускай. Так, этого отдельно. Товарищ, не желаете? Моих зацепил. Благо они не умерли. Вообще, нежить против демонов воюют. Прям как герои мечей и магии, бля. Отдельные расы. Так, надеюсь, там какая-нибудь хрень не вылезет здоровая. Косой тоже порубил. Как хорошо-то, а? Где уже свои, где чужие попили вообще? Я лучше пойду пока стой, поговорю. Хрень. Привет, да вы задолбали уже. Чего я буду с вами мучиться? Кто не запрещал нам использовать демонов, а? Прощайся. Слева, справа. И сверху. Так, спасибо за внимание. Включаемся в дальнейшем нарезке. На вас все-таки завалили. Слушай, честно, здоровье, что они до сих пор живут. Защитить это вообще не проблема. Послушай, нужно подкачать. Что все?
Что-то как-то эти испытания уже полегче. Прекрасно! Так, остался один. Так, куда нам тут пилить? Прямо и наверх. Так. Нет, налево. Сюда. И как же мне туда пробраться? Интересное решение головоломки. Киска, где он там находится? Получается тоннель. А, вот он где. Карта такая запутанная, что фиг поймешь, как куда и что идти. Так, последнее испытание. Посмотрим, что у нас здесь ждет. Наш шоколадный глазик. Мир боли, убить вас использую. А чё тут? Ничего не надо, типа тачками их бить. Сюда.
самый простой способ. Довести до полусмерти, а потом тачками избивать. Хотя они тут падают. Еще тачки-то. Ребята, вас быстрее убивать. Все, конец. Фу, я ж думал тут банду рубить машинкой, это будет проблема, ее так-то просто завалить. Что в тебе есть нечто этакое? Ему хочется тебя порезать, гадок. Теперь надо обратно. Похоже, с ними покончено. Давай выбираться отсюда. В воде только мечом можно пользоваться. Ни косой, ни сюрикеном нельзя, походу. Да. Полезла такая бандура куда-то. Насколько брони из бизнеса? Сколько их уже получил? Так, эти, сколько уже собрал? 5, 6, 7. 3 из 10. Кому-то нам раздает.
Такая хрень там шагает. Залег на дно. Оригинально. Привет, Вобла. Откуда? Какие-то электрические угли, что ли? Уже почти 7000, даже уже 7000. Это было. А, там эта хрень. Бомба какая-то, что ли? Что-то новенькое. Теперь же бомба на стенке лепит. Вопрос теперь, как от них избавляться. А, если вообще нельзя. А, вот так можно. Даже незаметные были какие-то бомбочки там. Логово Ульгрима. 7000. Ульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Да, ну и что же это? О! Ой, не можно снести. Это типа... А, это тот. Превращает нас в демона. Умирающий. Пустой сосуд. Типа, может, пустой сосуд эту хрень покупать, что ли? Чё у нас ещё пустышим? Достал для тебя кое-что новенькое. Прям лучше, не думаю. Please take your time. Угу. Даже не знаю, что покупать. Давайте. Моя мудрость равна твоей силе. 3000 еще осталось. Так. Удар метеор. Что-то полукругом. Ты слишком давишь на меня, всадник. Удар метеор. Давайте. Твоя мудрость равна твоей силе. Удар гранаты.
1200 еще осталось. Как раз удар готова. Ух ты, какие мы тут приемы крутим. Я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся, оставляем комментарии, ждем продолжения. Всем спасибо, удачи. Всем пока.